Обычно, чем ближе последний звонок, тем сильнее охватывает старшеклассников радостное нетерпение. Скорее бы закончить школу, поступить в вуз и окончательно стать взрослым. Но во время праздника приходит понимание того, что микросставание имеет и легкий привкус грусти. Вот он, тот самый момент разлуки со школьным звонком. А значит, пора прощания с уроками и переменами, домашними заданиями и классными часами, родной школьной столовой и спортивным залом. Праздник последнего звонка – это особенное торжество. Этот праздник, он немножечко и грустный, и в то же время радостный. Грустный потому, что наши птенцы вылетают из гнезда и покидают школу. А радостный, потому что перед ними открывается новая страница их жизни. Выпускные классы приготовили для учителей и родителей целое путешествие по своей школьной жизни. Ребята доказали, что умеют не только учить уроки, но и веселиться. Со сцены прозвучали забавные и талантливо оформленные прощальные послания каждому учителю и каждому школьному предмету. Что-то было понятно всему залу, а что-то только 11 классам и их преподавателям. В 2017 году Одинцовская гимназия номер 4 отправляет в большую жизнь более 40 выпускников, традиционно сохраняя с ними тесную связь. Многие из ребят возвращаются назад уже в качестве учителей и даже становятся завучами. Каждый выпуск для нас дорог. У нас в этом году заканчивают школу 44 выпускника, 11 лингвистического и 11 экономического классов. Безусловно, все они успешно закончили учебный год, допущены государственные итоговые аттестации, и мы надеемся, что у них будут высокие результаты на экзаменах. И хочется сказать, что в процессе олимпиад, научно-практических конференций наши ребята лидировали. Ирина Кузнецова награждает ребят, которые показали высокие результаты в учебе и достойно представляли свое учебное заведение на районном и областном уровнях. В программе последнего звонка находится место для поздравления классных руководителей, для ответного слова родителей и, конечно, для теплых слов в адрес всего педагогического коллектива 4-й гимназии, единственной гимназии района, вошедшей в 2017 году по итогам регионального мониторинга в десятку лучших школ Подмосковья. Я хочу сегодня поблагодарить и свою административную команду, и всех своих коллег за тот труд, то упорство и терпение, те знания, которые вы давали нашим выпускникам. Хочу поблагодарить и родителей, потому что все эти годы вы были со своими детьми, помогали им в трудные минуты, радовались вместе с ними их достижениям и успехам. И вот раздается последний звонок. 25 мая он прозвенел для 44 выпускников 4-й гимназии и для 1500 11-классников всего Одинцовского района. Еще мы помним школьные экзамены. Все то, о чем с тобой мечтали, сбудется. Лишь детство мы вернуть не сможем заново. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».